Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Здравия тела и ясности ума. В этот прекрасный тайский солнечный день. Случилось так, что сегодня поехал забирать крышку багажника. Видите, да? Обивки нету. Машину давно уже из покраски забрал, уже неделю. Ковыряю с ней, электричество делаю, проводочки разные всякие прокладываю. Но оно же аккуратности требует. У тайцев, в общем-то, как и у многих других, с аккуратностью дело обстоит очень скверно. Поэтому, если хочешь сделать в Таиланде что-то хорошо, либо это будет критически дорого, и нужно ехать куда-нибудь, ну, в Бангкок, например, да? Ну, либо делай сам, если умеешь, конечно. Поэтому, в силу того, что я как бы сам умею, вот я никуда и не еду, но машину я покрасил, сделал ей подарок такой на нашу дружбу, с 2010-летнюю дружбу. Мы дружим с этой машинкой уже 10 лет. Она меня ни разу не подводила. Прекрасная. Тойотушка наша, хорошая, кокоша наша. И татоша, и кокоша. Поэтому, ну, думаю, ладно, надо подарок сделать, новое платье. Покрасили ее в перламутровый цвет такой. Ой, хорошая, красивая, и она довольна, самое главное. Но теперь надо собирать. Собирать, и тоже аккуратненько, каждый проводочек. Они же, тайцы, когда разбирали, они все провода оторвали. Все то, что я делал там в 2020 году, когда рядом с пещерами тоже разбирал ее. Вот здесь вот звукоизоляцию делал, там проводочки и все остальное. Все оборвали. Мерзавцы, засранцы, безобразники, хулиганы. Ну, что поделаешь. Зато мне теперь есть чем заняться. Друзья, но я вышел в эфир по другой причине. Вчера я поехал за красным порошком. Красный порошок, я думаю, вы прекрасно, большинство из вас прекрасно знает, что такое красный порошок или красная таблетка. Она уже многим помогла при онкологических заболеваниях. Делается этот красный порошок, который мы называем красной таблеткой, в монастыре в городе Паяо. Там есть один такой очень интересный монах, который, ну, вообще ни при каких условиях не стал рассказывать, из чего конкретно он делает. Сказал только, что можно и детям применять тоже, что исключительно растительные компоненты, никакой химии, никакой дряни. Это было уже больше года назад. За этот год очень многие обратились к нам с вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями. Результат применения этого красного порошка или красной таблетки, как мы ее называем, исключительно эффективный, особенно если это делается в сочетании с системой питания и другими препаратами, разумеется, которые назначаются в комплексе с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сложными, центральной нервной системы, эндокринной системы. Это, безусловно, только через консультацию. Это же не зубы почистить там зубной пастой и не геморрой вылечить. Хотя геморрой некоторые тоже в течение всей жизни никак все вылечить не могут. Хотя эта задача решается достаточно быстро. Или сахарный диабет, к примеру. Сахарный диабет тоже только через консультацию. И онкология через консультацию. Поэтому, ну, нужно, пожалуйста, обращайтесь. Здесь необходимо понимание, что обращаться есть смысл только в том случае, если вы прочитали систему питания, и если вы говорите «да», тот, кому необходимо излечиться, будет питаться и соблюдать четко систему питания, без каких бы то ни было отклонений. Если вы или пациент читает и говорит: да там эта система питания, это значит, что мне мясо не жрать, бухло не бухать, сигареты не курить,
Каждый день есть какие-то определенные продукты в определенный день. Да идите вы в жопу. У вас попроще чего-нибудь нет. Вот вы идите в жопу тогда. И ничего покупать не надо, ничего оплачивать не надо, ни на какие консультации записываться не надо. Не хотите, не можете питаться правильно, идите в жопу. Все, идите точнее в поликлинику. В принципе, это и то же. Что жопа, что поликлиника, это одинаковое место. Поэтому никаких консультаций, никаких заявок, никаких поставок каких бы то ни было препаратов. Здесь не нужно этого делать. У вас будут потраченное время, потраченные деньги, неоправданные ожидания. Никому это не нужно. Вот и все. Но если вы прочитали систему питания, если вы понимаете, как она функционирует, и если вы намерены излечиться, тогда добро пожаловать. А на консультацию можно записаться у Юли. Плюс 7-499-638-3184. Это ее ватт. А также на сайте asiabiofarm.com есть еще один ватт. Как с ней можно связаться, и Telegram в том числе тоже есть. Но лучше по пока функционирует. Так вот, поехал на днях я в очередной раз за красным порошком, потому что он достаточно быстро заканчивается. И приходится у монахов брать то, что есть. Последний раз вчера или позавчера, там не помню точно, когда уже ездил, я забрал 310 пузырьков. Пузырьки там маленькие. Не хватает, не успевают они делать из чего-то. Но случилось очень интересное событие. Помимо красного порошка обнаружился еще один интересный продукт у тайских монахов. Раньше я как-то проехал мимо по случаю его, а в этот раз монах мне стал объяснять. Он мне положил просто вот эти пузырьки, такие белые порошок. Я говорю, что это такое? Я не просил белый порошок. Вот, ну, красный, говорит, клади. И начал выяснять. Оказывается, белый порошок для терапии нейродегенеративных заболеваний. То есть это болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, мигрени, головные боли, бессонница и целый спектр, в том числе потери чувствительности конечностей, да? Когда у вас пальчики перестают чувствовать, когда у вас покалывание в пальцах начинается, да? Тремор случается. Ну, тремор вы знаете, когда руки трясутся, да? Или ноги трясутся, или неконтролируемые движения случаются. Вот этот замечательный белый порошок. Я, естественно, опробую сначала на себе, в самое ближайшее время. Как я и говорил ранее, все то, что я могу опробовать на себе, прежде чем назначать, прежде чем рекомендовать на консультацию, безопасность чего-либо, в первую очередь я пробую на себе. И по-другому делать никак нельзя. Но, разумеется, у меня нету желез женских, да, у меня нету матки, нету яичников, я это на себе проверить ну никак не могу. Хотя это проверено уже на других женщинах, в том числе на моих родственниках. Но что касается некоторых вещей, связанных, например, вот с когнитивными функциями, это я могу на себе проверить, да, такие критические дозировки и, соответственно, там посмотреть, что будет, и с вами поделиться потом результатами. Помимо всего прочего, вероятно, что сегодня подходящий для этого день, я буду задавать вопросы относительно белого порошка туда, что называется, за рамки этого мира, откуда мне присылают рецепты, в том числе рецепты тех микстур, которые я активно рекомендую и которые много лет уже приносят существенный и значимый эффект оздоровления для тех, кто эти микстуры потребляет. Напомню, что те микстуры, которые делаются, это несколько составов. Ну, во-первых, это ЖКТ. Микстура ЖКТ предназначена для оздоровления вообще в целом желудочно-кишечного тракта, в частности, системы печени, системы почек. А для почек есть отдельная
микстура, кстати. Желудочно-кишечный тракт в целом без почек, я неправильно сказал. Отдельно для почек есть отдельная микстура для заболеваний мочевыводящих путей. Кстати, эта же микстура применяется не только при заболеваниях почек, а также при заболеваниях мочевыводящих путей, в том числе мочевого пузыря. Помимо этого, всем хорошо, многим хорошо известная микстура ЦНС, центральная нервная система, в том числе применяемая при шизофрении, применяемая при паранойи, при эпилепсии, при головных болях, применяемая, самое главное, при панических атаках и состоянии беспокойства и расстройства психики, связанные с избыточным беспокойством. Помимо этого, также есть еще микстура для опорно-двигательной системы. С ней тоже очень многие знакомы, особенно кому больно ходить и двигать руками. Это и артрит, и артроз, и остеопороз, и грыжа Шморля, и многие другие поражения опорно-двигательной системы. Принимается и внутрь, и компрессы. Ну, кто делал, тот знает. Помимо этого, есть также еще две микстуры. Одна – это мужская репродуктивная система, вторая – женская репродуктивная система. Первая применяется в том числе при низкой активности сперматозоидов, при эректильных дисфункциях, очень быстро и эффективно помогает. Помимо этого, она применяется также при простатите, по-простому, или гиперплазии предстательной железы. Это больше научное такое название, да? Простатите, короче, обычно. А также женская репродуктивная система, микстура. Она состоит из двух компонентов. Один компонент предназначен для спринцевания, второй компонент предназначен для перорального приема. Комплексно применяется также и с фитосвечами, о которых я рассказываю, как сделать. Все на консультациях это происходит. Эндометриоз, полипы и целый спектр самых разнообразных заболеваний женской репродуктивной системы. Можно почитать более подробно или задать вопросы на консультации. Результат очень быстро получается. А те люди, которые называют себя врачами, потом с удивлением обнаруживают, куда это заболевание это делось. Неизлечимое у нас. Случилось неизлечимое заболевание, и вдруг чудесным образом исчезло. Ну, кому интересно, могут почитать отзывы на сайте aziabiofarm.com. Дорогие друзья, я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Напомню, речь у нас сегодня идет о новом препарате, это белый порошок. Выпускается там же, где и выпускается красная таблетка или красный порошок. То есть это один из буддийских храмов, который находится на территории провинции Паян. С красным порошком знакомы многие, а вот с белым еще никто не знаком. Белый порошок – это заболевание центральной и периферической нервной системы. В том числе, и, кстати, в первую очередь по разговору с монахом, это то, что связано с онемением конечностей, то, что связано с покалыванием в пальцах, то, что связано с заболеваниями, такими как деменция, такими как разрушение миелиновой оболочки нервных окончаний, а в том числе болезнь Паркинсона. Посему, дорогие друзья, кому потребно, еще раз напомню, сначала изучаем систему питания. Система питания у нас изложена на сайте aziabiofarm.com в разделе верхнего меню «Система питания». Идем внимательнейшим образом, изучаем вводную статью, затем статьи по каждому дню недели, понимаем, как функционирует эта система питания. Это не диета. Это система питания. Понимаем, как она функционирует. Задаем себе вопрос, будем, не будем. Или задаем вопрос тому, кому собираемся помочь в излечении, будем, не будем. Если не будем, идем в поликлинику или там в любое другое место,
Но ни в коем случае не записываемся ни на какие консультации и ничего не заказываем. С вами разговор с такими просто не нужно вести даже. Вам пора уже в поликлинику обратиться. Подскажите, пожалуйста, как правильно развести спирт? Ну, во-первых, нужно спирт поставить в морозилку. Затем воду нужно охладить тоже в обычной воду капельным способом вкапываем в спирт. В охлажденный спирт, охлажденную воду. Спирт охлаждаем, ну, максимум, насколько можем охладить, он все равно не замерзает особо у нас. А вот воду охлаждаем в обычном холодильном отсеке. Капельным способом вкапываем, ставим все это дело на 3 дня на солнышко. На 3 дня. Не совсем правильно. Сейчас я объясню. Значит, сначала мы берем спирт. Спирт ставим на 3 дня на солнышко, еще не вкапывая и не охлаждая. Водичку из родника желательно. Либо подготовленная, замороженная, размороженная и очищенная, но только не через китайские фильтры. Ее в водичку выстаиваем 3 ночи под лунным светом, даже если луны нет, ничего страшного. Просто ночью стоит, несколько часов. А спирт стоит под солнечными лучами. Потом охлаждаем и то, смешиваем, как я уже сказал ранее. Сколько общих процентов получилось при достижении нужной концентрации водно-спиртового раствора, посудину с водно-спиртовой смесью уже на балкончик под солнечные лучи. Через некоторое время там на стенках образуется белый налет, фильтруем, и водно-спиртовой раствор готов. Так, а я приехал за крышкой. Так, крышечка у меня, наверное, уже готова. Дорогие мои друзья, рад был со всеми с вами сегодня быть на связи. Я уже приехал в аутосервис. Пойду забирать все, что потребно. Напоминаю, сегодня наша передача была о новом чудо-порошке. Белый порошок или белая таблетка для тех, у кого нейродегенеративные заболевания, головные боли. Для тех, кому необходимо восстановить центральную и периферическую нервную систему. Монахи шлепают. Но сначала я проверю на себе. Дорогие друзья, я всех вас обнимаю, всех вас целую. Я рад, что вы здесь и сейчас, что мы вместе. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.